Традиционные крещенские морозы так и не грянули. Погода не преподнесла сюрпризов, и купания в Иордане проходили в сравнительно мягких климатических условиях. В этом году на весь областной центр была только одна официальная купель в парке Революции 1905 года. Еще днем прорубь оборудовали спуском, установили теплую палатку и все необходимое для освещения. К 23 часам к купели начали подходить православные. Здесь находятся все экстренные службы, спасатели, полиция, скорая помощь, противопожарная служба главного управления. Как вы видите, здесь уже есть сходни готовые, есть где переодеться, есть где выпить чаю, есть даже печенье, пироги, люди как бы приходят с детьми. Глубина купели чуть более метра. Температура воды плюс 5 градусов. Александр Морогин известный в регионе морж. Закаляется он на протяжении 8 лет ежедневно. Ну как вода вообще? Не, вода хорошая сегодня. Сегодня будет приятно всегда. Многие из пришедших зимой купались впервые. Можно даже прыгать, что ли? А прямо с головой прыгать? Это уже по вашему решению. Три раза. Немного растерянная, но отважная Юлия все же искупалась. Обещает стать настоящим моржом и соблюдать бодрящий крещенский ритуал ежегодно. Первый раз в жизни. Ну и как? Ну ничего, нормально все. Ну вы так отважны, приходите. Нет. Ну, чуть-чуть просто боязно, а так все, ничего. Святослав тоже новичок. Сам от себя не ожидая, оказался на редкость закаленным. И в ледяную воду вошел дважды. Я первый раз вот за все, сколько вот, решил попробовать. А вообще закаляетесь как-то, готовитесь к этому, нет? Нет, просто сегодня что-то вот так. Первый раз в жизни. Ну, классно, можно сказать, что... Вообще. Самый разгар крещенских купаний пришелся на полночь. Народ продолжал идти, в купели выстроилась огромная очередь. Соответственно, переодеться в единственной теплой палатке больше не представлялось возможным. Горожане раздевались прямо в сугробе, а на подъезде к парку образовалась автомобильная пробка. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.